Братский «Сибиряк» вновь потерпел поражение в чемпионате России по футболу на востоке 2-го дивизиона. Накануне наша команда встречалась в гостях со сменой из Комсомольска на Амуре. Итогом встречи стала уверенная победа хозяев 3-1. Причем все три мяча влетели в ворота брачан еще в первом тайме. Голом престижа «Сибиряки» отметились только в добавленное арбитром время под занавес матча.